В преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП, закрепленного в специальной резолюции Организации Объединенных Наций, в городе Видное на аллее памяти прошел митинг. В нем приняли участие сотрудники дорожной полиции, учащиеся школ, духовенство и просто рядовые видновчане, неравнодушные к проблеме. А она стоит остро. Чтобы вы понимали, ежегодно на территории Российской Федерации погибает порядка 275 тысяч людей. Московская область – регион повышенной опасности. Уровень аварийности здесь самый высокий по стране. Всего за 10 месяцев этого года здесь произошло 5711 дорожно-транспортных происшествий, в которых 972 человека погибли. Лишний раз, когда встали, Господи, благослови, перекрестились и пошли через дорогу. Конечно, лучше вообще, когда машины близости нет. И не нужно спешить, нужно слушаться взрослых. Самые уязвимые участники дорожного движения – дети. Они не всегда могут адекватно оценить ситуацию, правильно учесть дистанцию и скорость движущихся автомобилей. Когда я иду в школу, меня иногда не пропускают. То есть я хочу перейти, а меня не пропускают. Машины едут прямо по пешеходному переходу, прямо по дороге, хотя они видят, что человек хочет пройти. Если они попадают в аварию, то, как правило, получают не одну, а несколько травм. Ребенок в автомобиле занимает меньше площади, он расслаблен, доверяет взрослому. В момент столкновения его начинает кидать в разные стороны. Если он правильно пристегнут, то этих бед можно избежать. Я не пристегиваюсь, мне мешает ремень, но я задумываюсь над этим, потому что это небезопасно, и пристегиваться все-таки, наверное, нужно. Элементарная невнимательность или беспечность на дороге может стоить самого дорогого, что у нас есть, нашей собственной жизни и жизни наших близких. Наверное, об этом звонил колокол во время возложения цветов к мемориалу. Илья Кремнев, Владимир Андрианов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.